фристайл. И начинает этот конкурс дружина из ОГНТУ. У этих парней есть группа поддержки среди девочек. И среди мальчиков тоже. Стрела, поехали. Дорогие друзья, а наша команда заметила, что русские люди очень не любят прощаться с некоторыми вещами. Тем самым эти вещи обретают вторую жизнь. И наш музыкальный фристайл именно об этом. Поехали! Родители детям одежду покупают, но вскоре они из нее вырастают. И не пропадут просто так эти вещи, ведь есть кто доносит. Младшие дети. И даже они спустя время подрастут. Передадут свой опыт и одежду тоже отдадут. Да-да-да. Старые деды, маме на субботник, гаджет свой старый отдать для работы. Олимпийку, чтобы съездить на природу. И, конечно, куртка бате на охоту. Но это еще не все, ведь даже из самой непригодной одежды русский человек постарается извлечь максимум возможностей. Это рвет, этим накрывает, этим трет. Мама всем вещам применение найдет. Это рвет, этим накрывает, этим трет. Остальные вещи в гараж батя заберет. И вообще, мы можем доносить до конца все, что угодно. А что поделать, страна такая. Здесь все живут друг за друга, донашивая. Ну, например. За капеллу Слуцкий, по футболу сборную. За Лениным Зюганов, партию ведет народную. Программы Первого, канал Россия. Не, ну если вы кино донашиваете, донашивайте красиво. Друзья, а что мы хотели сказать своим фристайлом? Если мы сегодня вылетим, то мы не расстроимся, потому что мы можем вести свадьбы, корпоративы, работать аниматорами. В общем, найдем себе максимум применений. Команда «Квен Стрела» сборной УГНТУ. Спасибо! Спасибо команде «Квен Стрела» УГНТУ.